Уголовное дело о массовых беспорядках в исправительной колонии номер 15 сегодня передано в суд. Напомним, бунт в одном из учреждений ГУФСИН произошел весной 2020 года. В ходе инцидента пострадали 18 человек, в числе которых сотрудники ведомства. Участники беспорядков совершили поджог нескольких объектов в промышленной зоне. Объем уголовного дела составил 185 томов. По уголовному делу выполнен колоссальный объем работы следователями Следственного комитета. Проведено более 2000 следственных и процессуальных действий, более 500 различных судебных экспертиз. Также проведено более 35 осмотров места происшествия с применением криминалистической техники и квадрокоптеров. В качестве обвиняемых по делу привлечено 19 человек. Их будут судить за участие в массовых беспорядках и дезорганизацию исправительных учреждений.